С начала года случаев отравления газом на территории города не зарегистрировано. Об этом сообщил главный специалист управления по чрезвычайным ситуациям города Актау. Однако это не повод пренебрегать безопасностью. Службы экстренной помощи в данный момент устанавливают газовые датчики в домах семей, относящихся к социально уязвимой категории населения. В прошлом году специальными устройствами были оборудованы около 540 жилых домов. В этом году датчики планируется установить более чем в 1000 квартирах. Кроме того, совместно с представителями филиала «Кастрансгаз» Аймак проводится разъяснительная работа по вопросам соблюдения техники безопасности. Эксперты призывают жильцов проверить исправность дымоотвода печи и убедиться в отсутствии дефектов. Предупреждаем жителей и гостей города Актау, не оставляйте детей без присмотра, выходя из дома. Покидайте свои дома, только убедившись, что отключили газ. Соблюдайте правила пожарной безопасности. Хочу отметить, что данные плановые мероприятия будут продолжаться в течение отопительного сезона, то есть до 15-20 апреля.